Все привыкли заходить на YouTube и видеть примерно это. Мы тут бухаем, юзаем наркотики. Все, свиданка, свиданка! Я всегда пытался смотреть на все под другим углом. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you just to say something real. There's a light on the road, and I think you know. Morning has come. Хотя кому это интересно? Думать, размышлять? Практически никому. Шашечки поиграем. Давай. Так, ребятки, всем привет. Сейчас, значит, едем на день рождения к Насте. Как ее зовут? Настя, с днем рождения! А Маша Маевой. В общем, Маша Маева — это наша близкая подруга. Правда, мы с ней очень редко видимся. Ровно раз в 2 года. Последний раз, когда мы с ней виделись, это была Шри-Ланка. Мы там дико угорали. И, кстати, именно на Шри-Ланке она расхерачилась жестко на скутере. Представляете, ощущение того, что ты вот выезжаешь из-за поворота и буквально через несколько секунд слышишь просто такой исступленный крик, крик Машки, которая валяется снизу. Вот эти все ребята поехали с ней в госпиталь, чтобы ее зашивать, а мы остались с еще одним типом вдвоем, и вокруг нас 30 как бы индусов, которые как бы что-то нам вменяют и говорят, что мы не правы. Конечно, мы пересрались, реально. Мы наложили кирпичи, со мной был тип, его зовут Кирилл. Благо, у нас было бабло, и мы откупились. Мы откупились от чувака, у которого мы расхерачили скутер, мы откупились от чувака, которому мы расхерачили тук-тук, мы откупились от всех. Это было очень весело, потому что они таких денег не видели. Для нас это как бы было немного, а для них это были просто адские сумасшедшие бабки. И я, короче, такую стопку денег там рассчитывал, насчитывал. Они вот так вот на меня просто смотрели, типа, знаешь. Как капуш, ну как дела? Привет! Сейчас закачаем. Смотри, смотри. Смотри, он знает наш знак. Он наш чувак. Прикинь, какой огромный арбуз мы купили, дружище. День рождения где? Охуенно, спросили. Вообще слышал, что ты сказал, такой, охуенно. Маша, приветики, приветики, смотри, что мы тебе купили. А это Ксюша, это моя бывшая девушка, мы с ней не виделись год. Помните? Шри-Ланка! Шри-Ланка! Да! Шри-Ланка на мешке! Хорошенький? Нравится? Пахнет, понюхай! О, как прикольно пахнет! Слушай, ты будешь нюхать и токсикоманить, тебе будет хорошо. Тебя будет переть, ты реально занюхнешь. Это как новая обшивка автомобиля, ты знаешь? Ты почем? Нюхаешь, и тебе хорошо. Ты почем, так же, брат? Мешок. Это великий Костя Павлов. Привет, Костя. Нам нужно быстренько, быстренько еще употребить, как бы, чтобы веселее пошла тусовочка. Ты что-то тухленько. Да. Во, это наше. Приветики, приветики. Смотри, прикол в том, что это моя бывшая девушка. И как бы она меня ограничивала. А теперь я могу говорить прямо перед ней, комплимент. Какая же ты красивая. У-ху! Добро пожаловать на день рождения Маши! Пойдемте к нам. Я не понимаю, девочка, понимаешь? С ними общаешься, блин, им покупаешь подарки, их водишь в кафе, они на тебе, хуяк, и типа, пошел в жопу. Что ты меня снимаешь, вообще, когда сам говоришь? Я вообще не представляю, ну нельзя же такими быть, девчонки, ну. Блин, я вообще сюда со стаканом виска и рома пришел.
Будьте открытыми, любите. Вот смотри, праздник. А, праздничный стакан. Давай побольше возьмем. Ни хрена себе, 40 рублей. 40 рублей. Вон, давай в чемоданах наложим и купим чемодан. Дешевле получится. 40 рублей за 5 стаканов, прикинь. Карл Маркс создал систему, ну как, что он там создал? Он написал трактат, который называется «Карл Маркс». Сникерс там, правой руке, Маркс. Они написали эту песню ради того, чтобы стаканы не стоили по 40 рублей за 5 штук. Я не представляю, как это может такое быть. Машуль, мы купили. Спасибо большое. Кидаем. Трипл килл. Как в Counter-Strike, знаешь, ты же играешь. Ты же задротик. Давай, снимай уже, не отвлекайся. Может, еще пару раз подойдем и на свидание позовем. Скорее всего, вам опять нальют просто. Вот нынче девушки пошли, спаивают мужиков. Да не девушка, а в первую очередь бармен. А потом разводят на секс. Вообще, ужас какой. Секс на пляже, да? Мне секс на пляже, пожалуйста. Не получишь камеру, пока не уберешь это все. Такая сексуальная, Маш. Что ж вы всех ее сисечком-то притрагиваете? Давай сядем. Давай. Офигеть, Пашка, давай, продолжай. Подожди. Отойдите, мамки. Я сниму на тебя, Люкс, продолжай. Мы должны победить, мы должны разделить. Мы победим, мы выиграем. Как вы ее оцените? Ура! Сиськи — это хорошо, я согласен. Сиськи — это безупречно. Я тебя забираю, Клаву, забираю. Уходим с Клавой. Смотри, я камеру купил, что мне в Африке не пизданули за мою большую. Ой, точно. Здесь. Хорош меня снимать, убери. Пойдем в кафешку с тобой, пойдем. Все, свиданка. Блин. Я скажу. Дай-ка тебе расспрошу, как дела? Как дела? Нормально, как в школе. Знаешь, в этом камеди-клабе есть? Пойдем, я тебя ровно напою. Не хочу. Я хочу там еще поесть. Блин, Клав, ты хотела создать шашлычки. Сука, работаешь завтра. Пойдем. Ты мне кадришь, потому что можно? У тебя камеру включили? Да я могу тебя без камеры кадрить. Все, мы теперь с тобой будем войти. Пойдем порвемся тут, как будто мы с тобой такие нормальные ребята открывать. В смысле? Я обнимала только что. Нет, в смысле сексизм же, вот эта вся тема, типа феминизм. Давай, равноправие девушкам-мужчин. Ну ладно, хорошо. Ну подожди, мы с тобой должны зайти вместе красиво. Ну никто нас не сфоткает, расслабься. Никто нас не скомпрометирует. Что ты считаешь? Что это такое? Давай, мы будем медленно подбираться к сути дела. Суть дела находится где-то здесь. Где же она находится? А их две, ты не защитишь себя, не защитишь. Сектор приз на барабане. Заебись, подарок, ребятки, заебись. Ставочки, красавчик. Он все организовал, все. Ты теперь влоги снимаешь, Дим? Я купил камеру, чувак. Побей, Дим. Давай. Дим.
Так, ребят, сейчас мы устраиваем здесь шоу «Кликлак», которое называется «Потрогай, если сможешь». В общем, первый претендент на то, чтобы потрогать, будет слизняк. Конченый, просто конченый жесткий трэш. Да? Нет. Да. Нормально все. Я надеюсь, что вы не выйдете. 3, 2, 1, поехали! Ой, боже! Вечерки! Опарыш! Нет, давай опарыш. Так! Нет, нихуя! Нет, ой, а, давай так, ты называешь правильное название. Глисты! Вечерки, гусеницы, блядь, опарыши, кто это? Слушайте. У них есть конкретное название. Пишу Маше на попке. Ну, что ты? Макс написал. Привет, Ким. Он написал что-то новенькое. Маш. Смотрите, оставляю на память. Ты зачем сосок испортил? Сисечки, сисечки разрисовал, нет, понимаешь? Это нормально, это наш мод, чтобы и грудь никогда не унывала. Ура! Давайте я на плече что-нибудь напишу. Маша, это жесть, это серьезно жесть. Я продам это платье. Ребят, никогда не рисовал на сисечках и жопочке девушек. И сегодня первый раз я нарисовал, оставил свой, как говорится, автограф на попке Маши Маевой. Спасибо, что вы мне дали жизнь. Эта жизнь просто офигенная. Спасибо вам большое. Что это? Маскина. 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 Это круто было? Да, это круто. Паленка! Короче, много белка, очень вкусно. Углеводы прям употребляют, прям в пищу входит все. И я прям чувствую, как во мне все это превосходит, блин. Братан, если это белок, Леша Столяров. Леша Столяров, главный поглотитель белка. Я не твой Андрейка, что у любви у нашей сети. Это был разнос, Полина. Это был разнос. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернутся с поля. Не будь на то Господня воля. Не отдали б Москвы. И вот сейчас, пожалуйста, 3 секунды, ребят. Старшему поколению, вы все думаете, что мы тут бухаем, юзаем наркотики и говорим о... О чем мы говорим, король? О сиськах. О сиськах. Мы говорим о высоком. Понятно вам, товарищ? Давай дальше. Проблема в том, что многие люди, особенно блогеры, должны улыбаться, когда им это не нужно. Должны говорить то, что они не хотят. Мне больно, хорошо, я скажу так. Мне больно за то, что люди скрываются за масками и не показывают себя настоящими. Поэтому давайте бухнем за это. За то, чтобы каждый из вас, находясь перед зеркалом, смотрел на себя и узнавал себя, не находился в какой-то маске ебаной, которая общество ждет, чтобы они были от вас. Я рада, что все целы. Невредимы. Я им скажу, что невредимы, но целы это уже хорошо. Короче, конклюжен. Кто-то разъебал кафешку, кто-то просрал бабки, кто-то потерял девственность. Значит, это день рождения удался. When I
was younger. I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing, babe. Я более чем уверен, что такие сюжеты веселые и интересные. Я более чем уверен, что мог бы сделать множество таких. Я более чем уверен, что делать их не хочу. Все пытаются рыться в других, скрывать личные подробности, создавать резонанс на пустом месте. Возникает вопрос: а зачем? Да, чем дальше ты туда погружаешься, тем больше у тебя просмотров, внимания. Но мне больше нравится погружаться внутрь себя. Я не хочу растворяться в погоне за чужим успехом. Я всего лишь навсего хочу остаться тем, кем я и являлся. Я всего лишь навсего хочу остаться самим собой. Сделать собственную, ни на что не похожую историю. Всем спасибо за поддержку. Мир маленький. Увидимся. Пока. Been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love.